Права 20 тысяч саратовцев под угрозой. Служба судебных приставов со следующего года сможет забирать водительские удостоверения у граждан, чей долг по штрафам, алиментам и судебным решениям превысил 10 тысяч рублей. Закон вступает в силу 15 января. Гражданин не сможет сесть за руль до тех пор, пока полностью не погасит долги. Исключение предусмотрели только для жителей, у кого автомобиль является единственным средством дохода. Также под действие закона не попадают инвалиды первой и второй групп и люди, имеющие на иждивении ребенка-инвалида. Под этот закон, по предварительным подсчетам, могут попасть 20 тысяч саратовских автовладельцев. Сами водительские права судебные приставы забирать не будут. Будет, вероятнее всего, будет выноситься постановление, оно будет направляться в органы ГИБДД, и уже органы госавтоинспекции будут следить за тем, использует человек права, которые реально действуют, или действия которых ограничены. Если человек, имеющий долги, рискнет сесть за руль, ему грозит уже более серьезное наказание, чем лишение прав. В частности, речь идет об исправительных работах, либо о лишении водительского удостоверения сроком на один год.